Типа, по Интересно. это, сразу, ты типа залетаешь и там покупаешь на 20к этих, типа рыбы или что? Рыбы пока у нас 90 штук, типа. Учитывая, что мы стабильно проходим, нам хватит надолго ее. Не, я к тому, что типа покупай на минимумах, типа. Да, смысл. Ну, Ну, потом а кончится может, давайте призрак. проходить уже, алё. Зелье дикой И магии. мы Вот да. типа, Ждем сколько ты человека. покупаешь? Аури. Син. Чё? Или ты сам делаешь? Зелье препод, зелье дикой магии. Типа, за сколько ты покупаешь обычно? 30, наверное. Ну вот, а я покупаю где-то по 16, по 18, типа. Крафтом? Я рыбу купил дешево, типа. Не, ну То я есть... просто так, типа. Типа крафтишь за или что? Я-то не просто Не, вылетаю я просто на мониторю цены, ну, типа, залетаю, закупаюсь нормально, когда аукцион. А, да у дешево. меня есть чар с проком на зельке, типа, мне просто впадло, у меня достаточно Пульт. голды, мне Не, просто туда идти купить себе 300 штук и забыть. ну сколько у статика сейчас плюс-минус 1055. Матрикля убили, выпили бету. Да у меня тоже Так были мы есть. опера идем сейчас на ДД Мы флаг. опера, на ДД фланг, А так мы можно. потом будем перебивать. Ну, а потом фул на саппорт. Да, мы все равно фул на саппорта, кстати, будем. О, я сейчас буду на фул на саппорта хуже. Мне, конечно, Яша А, мы говорил, сейчас что... погибли, да? А, погибли, я уже не помню, мы на этих. На ДД, о, можно погибли, О, кстати, еще погибли, на да. ДД. ДДС один убить, типа. ТД фласки, вот лично у меня уже закончится сейчас. У меня Ну, две осталось. гибель, наверное, лучше, ну, если как у нас все пойдет, типа, то лучше после матча там мы Но перепиваем. я считаю, что типа мы должны часика два на опере посидеть. Так. Вы ты меня оформишь нам я это? после третьего вайпа на опере ливну. Мне не идет. Слышишь, с такими требованиями, бля, пизду ты в Exalted, блядь, они тут сидят. Сука, кто тебя там нахуй возьмет, ебаный ты вар, блядь. Действительно. Залетел под пивасный статик, ты Работай что? за пушку. Какую Мою. нахуй пушку? За шанс Нету. паролить пушку. Не, Да, за шанс паролить. Какой Не, нахуй шанс паролить? Здорово, Там выкину хуёвый. скопу. Блять. Повели челика это самое за этой, за алебардой она выпала. Азерона, блять, ты чё, дебил? Ой. Ой. Ой, все окей, кстати-ка. Знаете, что самое настоящее безумие? Это вот это, блядь, у меня при сумоне. Пожалуйста. Помогите, лицо поломаю. Блять, они Не на меня жалко, загрели. оно же твое. Кому лицо поломать, они на меня загрели. Ой, там еще по друзьям. Ой-ой-ой-ой. Ебать, это, блять, это глю нахуй что ли был? А сейчас можно мастан? Или это последствия дурачка на озероне? Это Это глю, глю, а, Снега. это глю, это не я. Ах ты чмо глю. Осуждаю. Блин, ё-моё. 20 секунд без напула, живите как-нибудь. Потом напулю. А, хоть Типа ты как-нибудь. говоришь проблемы с хилом, но как это пофиксить? Давай, твои предложения. Хилов лучше. Хилить? Играйте лучше. Ну, Играйте лучше. Вас дамажит? Вас дамажит по 4000 в секунду в десятерых. Ну потому что мы раньше пили саппорт И там. к концу этой фазы мне надо вас на Ой, фуку просто саппорт, держать. там светлая магия. Каждого, ну типа. Так, Ты блядь. подумаешь, всего лишь один умер, ничего страшного. Реально. Два. Два, блядь, Три! такой один. Три, Я блядь! сначала два стака плутал. Охуй! Умерло Ох, два. Шоколад, в шоколаде там вообще умер рандомно. Я кинул в Рандом. него молитву, я кинул в него молитву восстановления, думал, она его спасет, а его просто сквозь нее А пуля не убил. адекватная, блядь. Ты Реально. думал? Ты не надо думать, хиль. Хиль, у меня 7200 хпс у меня был. Мало что ли? Так ты там скорее сидел с чашечкой чая думал, захилить его или не захили, блин. Я, конечно, Наверное, он выживет. Я пивас параллельно, конечно, пил. С бутылочкой Балтики девятки он сидел. В промежутке. Так, пульте все. Кнопками можно и бахнуть. Ты иди на пулевые пули. Так и вы А, должны всех в одно место? слышите, я больше этих Арислины тут пить! покупателей на алебарду не ищу, да, мы глю одеваем. Где-то, блядь, я это уже слышал, начиная с алгалона, блядь.
Блю, я старался, честно. Не, я тебе ничего не говорю. Что, давай, давай, а хуй? Глю с собой, давай. Я пришел во сколько, в 10 или в 11? А у тебя ключ есть, Глю? Ключ есть, ключ есть? Нету. Пойдемте, ключ реально сделаем. Бля, знаешь, что она, вот когда в ВВК, там, маги, гру, блядь, падает какое-нибудь движение, глаз груля, ты такой нахапали, типа, блядь. Да, блядь. Это не твои трени. Сара, она возьмешь трени, я не знаю. А какие сейчас, кстати, это, если бы не карта, вообще бы трени, типа, нахапала, нету, да? Ну, да. Ну, типа, из новых. А чё ты карту себе не купишь, а, Глю, а? А нахуя мне бабки тратить? А зачем нам время тратить? Мы про голды, мы про голды. Уходить, блядь, давайте оденемся. Мы ж не за бабки, а за голду имеем в виду. Не, ну там карта тоже на такие, на короткие, типа, мне кажется, бои. На длинные в каре бои карта нахера, типа. В смысле, у тебя просто хаста стабильная. Ты хасту в камнях меняешь на инту и все. Нет, как сказать. У него и так фулная на инта. Нет, у меня косарь хасту, и остальное просто себе перебил в интеллект. Потому что это равно просит не будет. А чё, ты вообще жалуешься на ману? Вот клятву прожал, блядь, и все. И не хилишь. Мана почти. Спекнись в альфа-бездны, 500 МП5 будет. Прожми клятву, похили меня. Кстати, на это лучше. Клятву прожал, триньку на СПД за АД прожал, и карту прожал, и там уже можно хилить. Да? Забафывайтесь. Похили меня, этот... Синксон, да, рыба, но, рыба. Каску. Каску. Так, давайте тут серьезно будем. Ну, первого пула. Ну сейчас, если все изну. Пинг, у меня, кстати, пинг. Только что вот начался на трэше. Я там видел Яшу в чате. Да блять. Нет, мне нужна пушка. Бывает? Ну хорошо. Бывает. Если он покупает, конечно, это Артём. Ничего он не покупает. Он просто может меня заменить. Он на мало чего вас будет, не я, Яша, Лен. А еще у нас этот. Самый. А ты где будешь? Юка. Так, стягивайся, он билд пошел делать. Мы ему топор предложили, он согласился. Он дамажит больше, чем я, не будет. Но он пойдет только на одного босса, типа? Да, он больше, чем стягивайся. Хорошо, ребят. Там 259 дорога. Да, удачи. Ага, ты слышишь это? А тебе ж последняя печенька осталась. Мне две. Нет, в смысле по очереди, не? Ну так он с погибели возьмет, а слякать. Я с погибели возьму. Он с погибели, а слякать сможет. Слякать, все, понял. И все, уже у нас круг. И все, со следующего года по новой, да. И глюты, блядь, не знает. Я приоритеты, блядь, расставил. Печеньки сначала вам. Ну похуй, я даже... А потом мы тебя кикнем. Я подожду, да мне будет по хуям, я возьму Т-10 и сам пойду нахуй отсюда. За что? Чего? Бля, чего этих хэпалов душите? Вот на них я не... Ну ничего, ща, блядь, я посмотрю, сейчас ЦЛК, блядь, выйдет. Панацею задушить. Я посмотрю, как без хэпала сын. А что, у этого хэпала ник ICZ-Dead или что? Почему его душу? Кстати, я такое сказал. Я, по-моему, давайте рейди чек и пошли босса бить, блядь. Это какой рейди чек у нас, ДХ еще не тут? По-моему, урёт дышу. Почему не тут? Блин. Не знаю почему. Я хочу быстрее пойти. Чё чековать, я маслобанку не выпил. Глю тоже. И это. Хорошо, что напомнил деда. Глю тоже маслобанк. Какой ты... Камушки поставить вам? Вы тратили их? Да, давай. На деве, блядь. Я не тратил. Да я не потратил. Стох. Ясно. Так, уроды, давайте быстрее, 6 минут банка. Я не перепрыгну. Не, 6 минут успевает. Я не могу, я в инвизе. Пиздец, блять. Все, перепрыгну. Всё, пускаю. Ради чек, да, еще один? Да, еще один ради чек. Глю банку. Глю, блять, упал. Сопрот, выпей. Падший, блять. Выпью. Потом. Ладно, давай. Ауру еще на тьму выкину. Какую ауру? Какую? Пиздери. На тьму. МАшку дашь, когда захочешь.
А вот без зри у нас какие-то в рейде. Согласен. А как играть? Подождите, а что-то сложный босс какой-то. Нахрена я третью ауру себе прокачиваю? Так, ну соберитесь, ребят, реально можем закрыть с первого раза. Типа, можем. Собраны, это они разобраны. Ассистов дайте миликам. Баф дайте. Ассистов миликам. Кем? А. Акуабли, баф. Дайте. Не, короче, можно когда на РТ Ринда начала, типа такая, бля, вот ни одного типа пала. А что нахуй эту Ринду? Ауру тоже мне хапало. Я пошел перекачался. Глю возьми четвертую, глю возьми пятую, такой, блядь. Глю этот банку выпей. Выпил. Надо еще, кстати, надеть. Нас не бафает этот хаку. Проебали на 2 часа тут. А че хаку у меня инта есть? О! Какая? Пул скоро. А, плюс мораль баф, блядь. Я думаю, какие бафы. Самый лучший баф. Давайте, тихо, тихо, тихо. Все, давайте, соберитесь. Нам пизда! Еще круче. Геру. Сим. Ориона! Ёбана в рот, а! Глю... Так, надо мне... Мне хаку и шоколад, наверное. Ориона! О! О! Блять! Yes. Ты нахуй умер. Давай. Ну, ты мне. Вот Фьюри еще один. Тут еще мне надо. А, ну ладно, окей, надо хаку. Заходи. Захакас. Щиток. А, да. Ладно, падайте. Я тебя специально освободил этот. Я думал, что... Я понял, забей. У меня буцы КД были. Мне Ури не вынес, откинул, я подожжу вот в сияние, как раньше. За клоуна ничего не надо. Never mind. Посрез будет. Не встаем. Да... Смахивает на Ро. Очень сильно смахивает на Ро. Все, Орионыч недоволен вами. Так Ориона не вынес, видите? Дивно умер, давай мы не будем. В смысле? Я подходил, а там Дивно, я не увидел, потому что меня докинуло. Я на том боссе должен стоять не двигаться, и все. К нам еще ШВ придется ждать. А я туда заходил, к вам в группу, я видел, что там... Сколько ШВ? Да хуя больше. На 3 минуты с лишним, 3.30. Минуту ждать. Да ничего страшного. Как этот самый замок-то отстояли? Че там, когда первая взлетка? 2.40? 2.38. Да? Ого, можно. Можно. Рыбу, хаку. МК. Не пойдешь.
Слушайте, а в стандартном интерфейсе как настроить, чтобы у цели было видно полоску коста, которую она кастует, а то мне не показывает. Да, на самом деле тебе это не нужно. Точнее, что... у запомненной цели. То я пробовал посмотреть. Не знаю, у меня дом. У меня работает. Не знаю. У меня в стандартном она работает. Просто по дефолту я там ничего не трогал. Да, но кастом он... Я запускаю. А как она анонсит? Какой эмоции? Чё? Ну каст ебаный из лёгки. Там огромный шар появляется. А... Так, я не помню. Я фразы не смотрю. Сука, обзор хуёвый, просто камера тут, блядь, упирается в потолок. Просто возьми её, ты хочешь каст, типа, её смотреть? Ну. Ну так возьми её фокус и всё. В том-то и дело, что под фокусом рамки это не показывает. Конечно, что говорит. Или надо менять фреймы эти, блядь. А, он одессит. Я что-то думал, что он киевлянин. Я киевлянин, кстати. А, одессит, это типа из Одессы, ебать. А кто одессит? Миша Смерл. Походу. Миша Раб. Миша Рабс. Сергей Брохма. Так, кстати, очередная проверка вот этого места. Так, Серёг. Хорош. Что хочу сказать по нашей... Стабильно работает. Я к Тише заходил. Они, кажется, забыли про блески. Узнали только от меня, что сегодня понедельник. Кул сейчас. В общем, я им сказал, что у нас как бы вот ситуация... Уриона, вниз, вижу, сама вниз. Арислин. Это мне, что ли? Угу. Арислин. Это мне. В эфире надо. Это сегодня, вот. Угу. Еще тут нас. Так, все, вроде глю надо. 150-ю надо. А глю есть. А, тебя утянет, наверное. Это вроде... А, нет, вот здесь. Да, нормально. Я тогда не настроение. Всё, готовьтесь к проказу. Что-то не ищу. Озерон. Каз, зашли. Ну, он уже подзабил. Ааа, слепящий тебя убил, не успел подхилить. Гар есть? Там делегировал. Нет. А, нет. А, у меня влетело, понял. Че, ложимся? Добейся. Ну, многих там бывает, какой-то цели достигает. Там блин сбивает бомж. 50, 112. Но резко интересно попадает. Дальше очень трудно. Там плюс смогу убьет. Очень много усилий вкладывает. Не все на это. Да пошел он нас. Очень. Согласись, Серёга, да? Не знаю, со льву всякие, не знаю, что делать. Нихуя, чё это так, блядь? Мы просто его прокачали. А БР долго? Да. Три. А, не знаю, зачем это бьет. В основном лобов некого напугивать. Будет вот эти чапки заканчивать. Ничего там необычного нет. Бля, у меня тут ветерков дохуя, если что. Ага, минус один ветер. Там ещё тебе... Углю забирайте, если что, все ветра. Да это пиздец, что-то нереально прям. Каст. Не-не, надо падать. Диван дать. Нету, да? А вот, нормально. А чё он помирает, от какого дамага? Кто? Хера чего? Юрога, да. Стрелой его убил. Осуждаю. Вот не ракетой. А если кош прожать, эта стрела уйдет? Нет, забей, там надо было подхилить его посильнее. Я ему дал щит, дал молитву, он умер все равно.
Ну забей его, его каст сильно пробивает, после этого сразу каст у него летел. Угу. Это а защита, защита, защита от каста у него никакого нет. Это, кстати, тот самый случай, когда надо кикать каст. Да, мне надо было зубы еще кинуть, наверное. Я заметил, выйдите, что... выйдите за кулисы. Без зубов бы танк сложил потом все равно. Да, откдешились бы. Наверное. Конец прям самый. Я резнул внутри всех. Знаете. А вот этот бездарь. Резнул. Не понял. Ёбан, это за лук. Что нахуй? Ела? А шкаф зачем? Просто. Ну я тыкнул, хуй знает. Текс, что там у нас? Джисса, ёбничек. Я поставлю. Ну я так хотел, сейчас там хило найдем, потом поднимем и будем кубовать. Вот фюри рыба. Алло? Ну, ждем. Это и по тюрьме Долгородской, ты слышно, кто-нибудь ходил? Чуйня ебаная. Я запускаю. Ну, что слышно, ты видел в анонсе Сируса, чтобы ее понерфить? Я нет. Шмот 245 хуже, чем с ИК-25, а сложность как йог плюс 0, блядь. Ну там же сразу ап идет. Хуй знает. Ну, трем людям ап идет, остальные сосут бибу. Не, там шмот лучше, чем с ИК-25, там статы лучше. Даже лучше, чем 260-е шмотки. А этот есть? Этот, как его, блядь, атлас, типа, посмотреть? Да, есть. В смысле, приключения, главное, Лич Кинг, рейды, Кунгородская тюрьма. Апнутая, как посмотреть? Апнутая, не знаю. Ну, повешаться. Этим не интересовалось. На форуме, может, есть что-то? Ну, так я про то и говорю. Че, нет сумок? Вон, в базе данных Сируса, может, загуглишь шмот? А, кстати, да, может. Добавим. Да мне плюс-минус оттуда ничего не надо. Нет у меня никаких друзей. Ну, кроме тебя, Галиндра. Пул сейчас будет. Вот Фьюри. Ёбаный в рот. Паку. Рисуем. Серо. А что кикну? А, что? Меня, блядь, я обновлял яд инвизом. Паку. Похуй, бывает. У меня идеальный тайминг был для этого. Паку. Глю надо и сингу. Глю надо и шоколаде или сингу. С таймером что-то может быть, потому что каст кикнут, можно сказать. Паку. Это не у той кикнут. На это надо. Все равно. А, ладно. Хаку дайте. Не хаку этому.
Симгу или... Вот, короче, у нас. А, ну у всех есть ветра? У меня нет. Давайте-ка с вами. Зайди сбоку, вон там. Каз. Кто умер? Камня не было на нем, да? Я что-то зашел там, он не взлетел, или поздно зашел. Ну, бьем, пробуем дальше. Верон. Нет, пока. Пока нет. Каш. На. Есть? Ох. Ты вообще учишься у нас? Нет, он. Как раз свою метку вынес. Удобно. Сером. Каст скоро. Каст. Зашли. Я наплю. Блять, пацан наконец касту просто берет и ветерок с той стороны. Миллион. А, блядь. Это много ветерков на квадратный метр. Росли. Реслин. Блять. Ну нам пизда. Миликам вообще грустно. По-моему, грустнее все-таки танку. Тоже правда. Я вижу, как у него голову ломается. Гурю маны нет. Все хорошо. Пиздец, у меня тут ветров. Зашли. Пиздец. Я ветер прям упаду, блядь. Бофферять. А никто, кстати, нежить? Нет. Они обезьяны. Каплю бабл, может? Не дал ему зубы. Ну, у меня бабл сразу нет. Нет, у меня бабл. Ферять, если кто может. Если можете, ферять могу. Панк прожаться. Я уже не могу. Ёбана. А может, что каз будет? Фера. ЖФ сейчас. Каз. Зашли. О, я улетел мертвым, понимаю. Поднимайте слякоть. Не, все. Пять. Все, пошли нет. Нахуй отсюда. А чего не зашли-то? То есть я взлетел мертвый. В смысле? Как? Ремоб. Я убил просто кастом меню. Не больше того. Я опять зашел в этот, блядь, ветерок, который типа не взлетает, баганый. Вставайте. А, так я ветерок просто ваншотнул, забей. Удобно. Ну что, СС откатился бы. Если бы другого кого-нибудь убило бы, БР, был бы БР, типа, блядь, мы бы добили. Угу, это правда. Пошли, смотрите. Ну, типа, Не, опер добиваем. Давай, ну, нормально все. Какой нормально, блядь, в каком месте? Какая разница, блядь. А что мы, блядь, это в кулак, а ты, блядь, опер убиваешь. Мы все равно придем на него рано или поздно. Но. Нет разницы, вон, почему. Месяц убиваем, типа, чё ныть? Ну поэтому здесь не добили, чего ветер не зашел, бывает. Пул нормальный был. Слушай, а БР уже есть?
Кстати, да. Ани реально очень даже лучше намного стало. Кто? Реслин не прыгай. Не успел. Как поставь? Вот и стой там. Без бафов, без еды, без всего. Эту кнопку не нажал, чуть отрисал на 1000 на роге дало. В смысле? 30 тысяч нормально. Просто в другом, почему ты не полетел? Потому что я всегда жму хуйню и мне похуй. Типа там где бар стоял, там миллион ветерков было. Ты понимаешь, что если бы не нажал кнопку, мне бы 60 тысяч прилетело. Понятное дело. Ну, у Риона 458 оверкил. Да, у тебя один на один. У тебя один на один. Ну, щита не хватило. У меня 30 тысяч хп. Забейте, просто не повезло с киллом челика, и типа не было БР, и все. Так, Реслин, этот банк... Мы не должны ее убивать, типа, на четвертой этой взлетке. Давайте, прыгайте кто-то. Могли. Мало ли что в жизни происходит. Сильные это когда несмотря на любые обстоятельства, как мы как-то выкручиваться. Ой, еще давай, блять. Блять. Готовы вроде. Че, еще рычаг? Так, я запускаю. Босс настолько простой, что я сижу, у меня рот занят, а в левой руке у меня пиво. Пиво. Да-да. Так что ты у нас подпилась, малолетняя. Почему малолетняя? Нахуй ты сейчас сказал про пиво, блядь. Ну пиздец. В смысле, зачем? Ща приду. Нет. После этого пула максимум. Да, там, ну, наверное, АФК там еще Зероне надо, это дневник показать, там Ашка. Вопрос был, Артём, ты отключишься или нет? Это смешно. Ты, блин, покажи, что ты... После такого вопроса от мамы меня отчислили. Ты хоть пятерки там или какие вот там 10? Нет, знаешь, это был прикол, когда я еще в Шараге учился. У чувака просто мама только на третьем курсе такая, типа, в смысле получения диплома. Ты чё, все это время учился? Ну, то есть, понимаешь, насколько было похуй просто родителям на него. Так, всё, пол-пол-пол. Тихо. Класс. А ты же сделай свою клавишу, Лю. Как мне, сука, сделать тише? Вот, блять, расскажи. Бриона! Ой, чувствительность, блять, пофиг. Да, блядь, я не успеваю косты докастовывать, ко мне ветерки подносят. Так, мне надо. With Fury надо. Все. Мне надо. У тебя сбоку стоит. Красные метки, видишь? Да. О, мне надо. Это мой. Ну, хорошо. Если мне не прилетит, я в красный заберу. Да. Все еще, если мне не прилетит, я в красный заберу. Серый. Бля. Сука. Все хорошо. Каст готов. Скоро каст. Готовьтесь. Каст. Зашли. Отстанет. Нет у него установки. Есть? Да. Нет, я на прошлом вставал. Да, давай. Да не, наверное, не, бля. Давайте. Да, и все. Фул баф, чекал. Да, так убило. Понял. На, бля, я же говорю, как чувствовал. Че ты сдох?
Что сдох в 0.6, ну его убило там в 0.6 типа. Зачем ты решил зайти в свежеиспеченный вихрь? Я не протан. Озерон. В чем? Я говорю, я не про танка. А кто сдох? Он? Ну, каст убил. Почему? Я не знаю. Ну, потому что он зашел в вихрь, который буквально за долю секунды положил. Он же не активируется сразу. Доли тут нет. Го убьем, а то я пьянею потихоньку. А, да? Нам mm-hmm. все равно минуту АФК сидеть. Глюк, стой. А шо, вы сюда долю хотели, блядь, или что? Долю на этого, на копыта. А. На поясе. И он комнату будет закрывать? Угу. Прикольно. И он хоть раз пытался? Да. Он закрывал. Да он запил, он ноги на стол закидывает. Там даже думать ему не надо. Ну хантя чил. Хорошо. Не понимаю, почему чил. Он хантя закрывает. Ты ж на хантя надо отходить, чтобы стрелять, а ты отходишь. Так он просто бегает вокруг. Он просто по кругу бегает, как дебил, все. И ловит сферки вокруг так же, как они исполнятся. Mm. Он как раз сферку ловит и стреляет. Знаю, да, когда сотрел этого какого-то. У него еще там волк жрет этого моба. Да там у него нормально, типа, получалось, типа, на изи как-то. Так, все, давайте. Все, главное, я просто пиво принес. Люману зарез и поешь до конца. А, я запускаю. Да, запускай. Прошу вас всех искренне и себя тоже не ошибаться. О, нерычик бы. Да, блядь, конечно. В жопу с гандоном бы. Ой. Вообще очень странно, что его шотнуло. В секунду прям убило. Оверкил довольно много. 2.5, не так много, на самом деле. Много. Для броска мусора. Ну, если, да, кстати, бросок почему-то по 6 тысяч было. А не по 5. Я сейчас единственное начал как раз перед ветерком на себя милости этого луны кидать, чтобы хотя бы крит повысился. Если что, хотя бы хоть кого-то подхилить шоком плюс вспышкой. Ты него... тотем же ставишь на природу? А, подожди, он же... А, ну вот, смотри, да, типа Чоколад умер из-за этого тотем. На природу попал. Так 3000 в танка пролетело все равно. Эй, чё я пиздю? Ты, кстати, можешь Глю кидать хуйню в танк, чтобы у него сапрота больше было. Нет у меня никаких друзей. А лучше бы меня был. Кроме тебя, Галиндра. Раз ты моя подруга, вели Хозеном разделаться с гостями. Лучше будет. Слушай, мне интересно, если сейчас на меня... Тихо. Давай. Господи. Я тиру, там вот это чекало. Как же жмет эти кнопки? Нет, пури. Мне хак углю надо. Все. Нет, пури. Так, я глю, да. Глю, да. Глю надо еще. Урена. Так. Короче. Синк. Хаку тот, что в серебряный забираешь. Или нет? В эфире другой тут. Если. Уитфури то, что без метки, хаку то, что в луне. Каст. Каст. Зашли. Оп.
Бля, ебаный второй литер пал. Танк. Наш самолет летит, блядь. Турбовинтовой, походу. Курим. Синка, вот этот посередине свободен? Да. С этой метки нет, свободен. Скоро раз будет, да? Я спрашиваю относительно тебя. Я тут вообще в пизде. Я тебя лагаю. А, у меня пизде. Прокаст. Хорошо будет по ней. Бомжи. Живой его убил. Каст, зашли. Вот как, ну. Так, Арасина мобаха гроу сорвал. Мысли, блядь, новые мобы вышли. Какой гроу? Ну ему два мусора прилетело. Ну, блядь, три моба спавнится, не поверишь. Я понял, ну, ты понял, короче. Значит, не сорвал, значит, мобы. И в него один мусор прилетел. Два. Ты не резнешь, вставай. Слепящий, потом мусор, все, он умер. Два мусора прилетело. Блять, на, смотри. Два мусора, говорю. У меня два мусора показывают. Так ты сам линкнул два мусора. А, ты два, у меня один показывает. Ох. Ты же говорю, здесь один. Сотрудники милиции. Похуй. А зачем ты сказал вставать? Ладно. Потому что ты меня не реснишь? Ну ладно. Даже дебаф. Так вот убило за 0.7. Не прохил. Действительно. Его слепящий убило. Опять же, тот самый, когда нужно кикнуть каст? Не нужно кикнуть, там было хилки закинуть, я не заметил с этим. Не заметил, что в него кастуют. Я один раз на этом поле еще в него тоже летело, слепящий. Глю говорит, что если не нравится, найди другого. Это да. Если что-то не нравится. Кстати, не знаю, почему это панацея типа херово хилит. Типа он же там на арене вроде нормально играет. Я его вроде видел там даже. Ну, на нормально. У нас был брат Катамил, 2900 герой. А, да. Но играть он тоже не умел. Потому что он, под Катамиром, например, он играет против Каршам, по Пауэршам, типа. Ну, сейчас этих... Урион, оставаем. Понерфили, и Катамил скатился. Какая жалость. Да, печалька. А так, две триньки, считаешь? Катамил четвертый, фу, даже не Родин. Какой? Вон в двойке они вообще 18-19 место, пиздец. А, да, это солку я открыл, что-то я. Я хуею. Двойки вообще бомжи реально. Ну, первая, блядь, 3К уже. Воропал. Хватит рыбу, хакуапли рыбу. Воропал. Воропал. Смотри, второй ШПР. Сильные мужики. Не, это ДЦ. ДЦМ? Он вроде в ДЦ играет. Не, то, что Damage King, это вроде не с NJ. Damage King, он с Swedish Mafia, который 13-й. Ну, с кем-то он, видимо, поменялся. Swedish Mafia с этим, с Вилаем играет. Я вон на стриме их. Они уже все, они уже напарника поменяли. Видимо. А, не знаю, так, ладно, давайте. Против, против Китяо. Ури. Да, допускаем. Парам-парам. Не, я вам говорю, что опера это прекрасно.
Это глю. Как смысл шесть? А, ну, бля. А, глю? Что? Ну, выбеги. Я, блядь, подожди, я пытаюсь понять, что за хуйня. Поднимись наверх, но не так запрыгни. Его самолет. Не туда, не туда, куда ты идешь? Он без маны, вот это проблема, блядь. А ману-то отрезать хуйня. А, да? ББ. Ро. О, блядь, нихуя себе. Прикольно. Потекнуло? Ману ему ты отрезаешь? Заливайте. Ману-то я сейчас отрезаю, все херня. Иван Клип. А ты правда думаешь, что волшебник вернет мне нормальный цвет? Хорошее начало для пула. Просто вначале флешками хилить и заебись. Нет у меня никаких друзей. Артёмка уже скоро будет. Сейчас пол. Блять, почему меня пьет? Вот, бывает. Рослен. Так, хаку надо вроде. Так, хаку также возьмешь в этот в полумесяц. Еще, сейчас ли пощав будет игры? Заходим. Каст, зашли, 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 каст. А где сейчас мобы? Уже я на пол уже, блядь, отдал. Вот они сейчас меня отхуяли. Блядь. Я их слабо напулил, блядь, милики аккуратно. Блядь, два веера максимум сдал. Next раз напулил их. Сейчас дивный будет. Так, у всех там есть. Да, вроде у всех должен быть. Там с ним мало если можешь слякать, там Орион убьет. Да-да. Полетели. Скоро каст, готовьтесь. Ориона. Каст. Зашли, зашли. А, да. Ты как умер? Стрела. Слепящая стрела 20,5. Может так? Поймать. Нет. Нет. Да все, падайте. Да пытайтесь, он. Маленький. У сапрота природы нет. У меня в полетке, типа. В полете там. А что получается, баганы он не исчез и он не работает, вихрь ты ебаный. Просто, но в идеале, по возможности, если баганы остаются условно, блять, их лучше, конечно, захерачивать. Там вообще дивный будет. Ну, очевидно, у нас тут момент. Кто-то с той стороны умрите, а кто-то с той стороны умрите. Не вставай. Лишь бафы. У меня масса резко, да, еще. Типа, ему за одну секунду залетело раз, два, три, четыре, пять, шесть мусора. А сколько должно? Подожди. Шесть мусора, стрела и дивная. И оверкил 1.6.
Ну, был бы тотем, он бы не сдох. Очевидно. 130 лишних. Масресы, говорю. Они... А где я кого? Вот я тоже так думаю, кого? Клюв сдохни. А можно, ага. Можно как-то умереть здесь? А, ну, слушай, в принципе... Только диван. Да, еще 2 минутки, и будет диван. Ну, побежим. Вставайте. Давай. А кого вы от чего умерли? Чего там? Почему Вихрь умер от коста? Вихрь не подкидывал. Тирок Баган, он сказал. Угу. Слепящая стрела, 865 оверкил. Не повезло. Вы не прохилили. Слякать один. Это я слежу обычно за костами, но типа в этот раз я танк там поднимал. Чуть не следил. На первой взлетке я проследил за костами. Не надо уходить, это починка. У нас Дживсов, блядь. Какая разница, мы все равно с ума не будем. Правильно? А похуй, все равно 8 Дживсов, блядь, достать. Миша Рапс. Или 7. Миша Рапс, Сергей Броха. Это я. Есть Дестрик 250 плюс? Ну есть, и чё? Я вот думаю, как Яшу позвать и пойти спать. Ури, вставай. Держись, Артёмка, тебе еще печеньку лутать. Ты ж весь месяц ходил ради нее. Да-да,